Всем привет, приветствую на канале. Сегодня мы рассмотрим, как отключить омыватель фар BMW X5 E53 кузов. Вариант первый. Нам необходимо снять разъем с моторчика омывателя фар. Он находится на бачке с жидкостью для омывателя. Снимается он достаточно легко. Нажимаем на верхнюю часть разъема и снимаем. И убираем в сторону наш разъем. И проверяем. И рассмотрим второй вариант отключения омывателя фар. Для этого нам понадобится добраться к предохранителям. Открываем перчаточный ящик. На схеме расположения предохранителей находим 28-й предохранитель. Вот он у нас. Номинал у него 30. Далее нам понадобится инструмент для удаления предохранителей. И находим наш предохранитель, который отвечает за омыватель фар. Вот этот предохранитель, номинал у него 30. Далее нам необходимо снять предохранитель при помощи инструмента. Снимаем предохранитель. После того, как мы сняли предохранитель, омыватель фар работать не будет. В этом видео мы рассмотрели два варианта, как отключить омыватель фар. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До встречи на канале.